Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Empire Warriors, и у нас с вами 21-я миссия. Ну что, все кристаллы я собрал, своих, как говорится, героев я экипировал, и поэтому можно приступать. Лес Серебряной Ночи. Вот так называется у нас глава. После создания Альянса принц Джейф и его союзники отправились в Империю Гранда, чтобы выяснить, из-за чего на континенте развязалась война. Они были поражены. По дороге к лесу Серебряной Ночи им встречались лишь руины. Разрушительная сила Гранда коснулась всех близлежащих территорий. Понятно. Ну что ж, ребята, будем смотреть, что здесь произошло. А надеюсь, в конце игры мы все-таки разгадаем загадку. Ну что ж, довольно неплохая, я смотрю, ребята, здесь у нас карта. Две точки, которые мы должны с вами оборонять. Угу. Так, Арин. Арин у нас будет вот здесь стоять, наверное, да? Так, Эловин мы поставим. Мы поставим Эловин, наверное, вот сюда. Джефф будет стоять вот здесь. Так, ну что же, для начала нам, естественно, нужно будет поставить защиту. Это будут у нас, естественно, ополченцы, которые будут у нас переведены в драгунов. Вот так. Пускай они будут вот здесь у нас стоять. Хорошо. Так, здесь тоже нам нужны будут, ребята, с вами казармы. И, соответственно, тоже мы сделаем из них драгунов. Все, Джефф будет здесь стоять. Так, голем. Голема, куда нам поставить, ребята, голема? Может быть, вот сюда? А, будет ли... Давай сюда поставим голема. Будет у нас вот здесь он защищать территорию. И вот сюда, конечно, хотелось бы мне мага влепить. Но пока нету ресурсов, денег. Можно вызывать волну. Так, что там... Ребят, я что-то, блин, резко начал. Там кто-то новенький был показан на этой волне. Так, ну что, Джефф, я надеюсь, справится на первых порах. Он довольно неплохо у нас бомбит. Все отлично. Так, Эловин поставим вот сюда. А... Опа, ребята, новый. Новый враг, красный паук. Гигантский паук с мощной броней может накладывать эффект кровотечения на свою цель. Здравствуйте, приплыли. Это где? Вот они, ребята, вот такие вот будут у нас еще пауки разгуливать здесь. Поэтому нам желательно бы, конечно, прокачать голема как можно быстрее. Ой-ой-ой-ой, сможем ли мы здесь противостоять? Так, ну, Джейф пока справляется. Давай-ка мы сделаем вот так вот. Пускай она в ярости будет. Ёлки-палки, ага, понял. Я думаю, почему Арин у меня погибла? Они же кровотечение вешают. Вот она и потеряла здоровье. Так, давай посмотрим, что у нас тут на волне. Так, шаманы и орки, это все понятно. Здесь у нас пауки пойдут. И здесь тоже пауки. Блин, пауки. Это плохо. Голем, давай мы тебя быстренько переводим в огненного. Отлично. Ух, как он кричит, а? Мощно. Давай, жги, отжигай по полной программе. Надо будет ему прокачать обязательно метеоритный дождь. Это в первую голову. Но здесь должны быть паучки. Блин, как же я обожаю Эловин, как она бомбит вообще сногсшибательно. Особенно если вот так еще делается. Шага. Упс, упс, упс. Здесь мы справимся хоть с пауками, с этим. Драгуны, не подведите меня, родные. Без вас мне будет здесь тяжело, потому что в данный момент я ничем вам помочь не могу. Ох, успел заморозить. Джефф, давай, 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 давай. Слава богу, у нас здесь, ребята, голем есть. Надо обязательно прокачать ему вот этот вот удар. Метеоритный дождь. А то иначе будет тут плохо совсем. А это что еще такое? Новый враг, паучок. Эти крошечные паучки живут в паучьем логове. Они быстро передвигаются, но не имеют особых способностей. Опа! Ты понял? Вот из этих, ребята, штук вылазят паучки. Надо быть осторожным, потому что они могут очень быстро передвигаться, да? Соответственно, могут быстренько пройти в наши проходики вот в эти вот. Так, ладно, следующая волна. Ты посмотри. Ну, они хотя бы легко убиваются. Просто на один удар. Но они быстрые, на самом деле. Смотри, смотри, смотри. Вот они выходят. Надо быть предельно осторожным и знать, что они здесь появляются. Так, големов нужно маленьких вот сюда, наверное, выставлять. Пускай будут на страже.
Так, секундочку, а где мои все герои? Так, Арен здесь, а где Эловин? Эловин уже погибла. Ты понял? Ее уже завалили. Упыри эти. Что это за звуки? Блин. Ребята, это паучки. Да ладно. Ты прикинь, как они быстро проходят. Мы одного паучка, ребят, с вами не успели забомбить. И он пробежал. Давай-ка мы сюда, наверное, поставим мага. Смотри, что здесь творится. Здесь такая же, ребят, беда. Угу, значит, все-таки не до шуток, да, нам? Здесь надо будет заморозку ставить. Ну! Подбили, подбили, успели, молодцы, красавчики. Так, а здесь у нас на варгах, да, орки. Слушай, надо вот сюда еще тоже, ребят, какого-то либо мага, либо еще что-нибудь такое замутить. Джефф пока справляется, слава богу. Но его одного надолго не хватит, если подумать. Так, тут у нас бегут. Смотри, без конца бегут эти ребята пауки у нас. Эловин стоит там, а уже кровотечение у нее. Давай-ка мы ее вот сюда переместим. Пускай она будет стоять здесь. А то эти паучки тут что-то слишком часто выходят. Так, маги, маги. Так, маг заморозки. Отлично. Ух, ну-ка. В помощь нашему Джеффу. Обязательно, ребят, надо помогать. Смотри, смотри, смотри. Вылазит и вылазит, а? Упыри. Да, они меня так будут докалывать. Надо... Вот это вот, ребята. Вечная зима. Пускай будет заморозка. Замечательно. И вот этого мага прокачаем сейчас. Так, это пятая волна у нас. Ну, Джефф неплохо, кстати, с ними справляется. Очень круто, мне нравится. Молодец, красавчик. Выручаешь добротно. Смотри, смотри, а? Прут и прут. Голем тоже здесь молодец. Подсабливает, так сказать. Знаешь, что нам нужно? Скорее всего, вот сюда еще одного голема поставить. Я думаю, что это не будет лишним. Оу-оу-оу-оу. Так. А ну-ка. Вот так, заморозочку. И бомбим, ребята, их. Слишком много врагов. Мага надо докачать. Эй-эй-эй-эй-эй, пауки-пауки. Фух, успели. Нормуль, пока, ребята, все под контролем. Я вот думаю, только единственное, что может быть драгунов нам еще прокачать. Ну, понимаешь, за всем сразу не успеть. Давай, наверное, вот здесь мы сделаем такого огненного мага. Пускай жарит, ребята. Хотя мне написали, что зелоты самые крутые маги здесь. Не знаю почему. За счет драконов своих, но не уверен. Так, следующая волна, сразу же призываем ее. Слушай, смотри, вот здесь у нас... Хотя нормально все, нормально. Давай-ка вот сюда, может быть, призвать мага. Нет, пока не будем ничего делать. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Чуть было не пробежали, а? Давай вот так вот. Ёлки ты палки, ты посмотри. Я все время как вижу их, боюсь, что мы не успеем с вами. Но успеваем, слава богу, пока. Давай прокачивать вот эту вот магию. Голему нужно прокачать полностью метеоритный удар. Слушай, я вот сюда вот еще... Вот сюда хочу еще, ребят, с вашего позволения поставить одного голема. Но голема уже специфического, который будет у нас замедлять врагов. Да, который будет замедлять врагов. Это будет самое то. О-оу-о-оу. Давай-давай-давай-давай. Эловин, молодец. Молодец, хорошо бомбишь. Что-то я тут големами, ребят, я забыл, что я здесь-то влепил. Оборудовался по полной программе со всех сторон этих големов навтыкал. Такого давно не было, чтобы вот на одной точке стояло три голема. Под обстрелом практически находится абсолютно все. Жесть какая-то. Ну им хуже. Им хуже всем. Нам, конечно же, нормуль. Так, 238 монет нужно, да, для прокачки. Надеюсь, здесь никакого босса не будет пока. 238. Так, последнюю стадию мы с вами сделаем, наверное, вот этого кристаллического голема, который у нас будет замедлять врагов. Ох ты, какой тут бомбеж происходит. Мне нравится, ребят. Так, Джефф, а почему ты у меня не участвуешь в боях? Давай-ка быстренько бомби их. Сюда заморозку кинем. Вот. Прокачка.
Подожди, подожди, прокачка, пока не будем. Пока не будем, давай-ка мы вот здесь вот. Во. Так-то оно будет лучше. Ну что, два голема. Остается вот этого только лишь сделать энтом. И все, и у нас будет три вида голема. Ха. Джефф красавчик, справляется без единой помарочки. Ну-ну-ну-ну-ну, хорош, 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 паучки, не успокойтесь. Следующая волна у нас идет, да? Это восьмая, еще семь волн впереди. Так что все под контролем, ребята. Смачно, все сработано как нужно, идеально, я бы сказал бы. Там мы еще с вами прокачаем, да, маленько этих големов, и будет вообще все имбово. Так, кого... кого бы нам быстрее, наверное... Оу, тихо-тихо-тихо, что тут происходит? Не надо! Вот тут уже не справляемся, поэтому давай-ка вот этого големчика, наверное, мы прокачаем до энта. Только бросай, пожалуйста, вот сюда своих этих корнеплодов. Если ты будешь их вообще делать. Будешь? Будешь. Никуда ты не денешься. Они нам здесь пригодятся. Так, опять паучки, ребята. Не очень быстрый. Джефф! Успел. Джефф успел все-таки их наказать. И это хорошо, ребят. Так же, как и вот тут успеваем, да? Отлично все. Ты будешь своих этих вызывать? Я что-то не вижу ни одного, ребята, чтобы он... Этот своих големов выставил, да? А этот почему-то не вызывает взрывных саженцев. В чем проблема с тобой, голем? Че не так? Смотри, как шмаляет, да? Маг-то наш огненный. Пиромант. Ладно, хорошо, давай, наверное. Денег маловато. Денег маловато. Денег нет, но вы держитесь. Слушай, ну пока по красоте. Все, ребята, у нас идет четко. Мы справляемся здесь. Заморозку подкинем. И Джефф начинает, естественно, всех расколбашивать. Тут просто не успевают даже пикнуть эти ребятульки, как мы их сразу уничтожаем. Давай ядовитый бросок, наверное, с вами, да? Прокачаем хотя бы на первую ступень. И вот здесь по одной ступеньке прокачаем. Это у нас каменное преимущество и сотрясение земли. Сотрясение земли — это как раз то, чтобы замедлять противника. То, что нужно для нас в данный момент. Тут вообще у нас имбово все идет. Смотрите, у нас и замедление, и поджог здесь, и отравление. Вот здесь, конечно, немножко похуже обстоят дела. Но, тем не менее, один маг, именно пиромант, держит все это под своим контролем. Ну, естественно, конечно же, Джефф нам в помощь. Так, десятая, ребята, волна, так что не расслабляемся. Может быть, вот сюда еще что-нибудь. Давайте лучников поставим, хоть каких-нибудь. А то у нас лучников-то как раз и нету здесь. Будем прокачивать. До каких мы будем с вами делать? Наверное, до светлых, да? Стражи рассвета. Я думаю, это будет оптимально для нас. Сейчас мы их сделаем. Ну-ну-ну. Вот так вот. Пускай бомбят. Ах, четенько-то как все идет. Прям вот смотрю и не налюбуюсь на эту картину Репина. Так, здесь големчик у нас. Вот это мы, да, не прокачали с вами. Каменное преимущество. Надо хотя бы одну фазу сделать. И у лучников тоже. Так, у пироманта что это такое у него? Отмечает врага на несколько секунд. Немоту, короче, вешает. Понятно. Но мне лучше вот здесь вот. Лучше вот здесь по одной стадии прокачаем, и все будет у нас тип-топ. Это еще до сих пор 10-я волна. Что-то как-то долго, ребята. 11-я. Готовимся. Паучки. Паучки вообще здесь для нас уже никто и ничто. Можно за них не волноваться. Мы, как говорится, их держим в узде. А вот прока... Во, отлично. И тут, кстати, тоже все имбово. Теперь остается всего лишь навсего маленькая одна вещь. Это, ребята, прокачать все скиллы на троечку. И все. Я думаю, что здесь никто не пройдет. Даже если выйдет босс. Три голема. Два голема здесь, по крайней мере. Это вообще имба. На самом деле. Тут у нас големчик, да, если что, может притормаживать врагов.
Тут у нас еще герои. Все четко. По красоте. Давай мы прокачаем нашему голему, наверное, метеоритный удар. По полной программе, да? Попробуем, ребят. И он будет так сейчас отжигать, что мама не горюй. Так, я не знаю, стоит ли нам здесь ускоряться. Я думаю, можно немножечко, да, ребята? Вот так вот сделать. Так, пока все отлично. Держим. Держим, ребята, здесь мы оборону. Прокачка. Все, метеоритный удар прокачан по полной программе. Теперь, наверное, можно вот здесь вот прокачать. 260 нужно денег. Сейчас все это будет у нас, не волнуйтесь. Вот так вот. Ну, анимату, я думаю, не обязательно ее прокачивать, потому что здесь нет никаких магов в данный момент. Одни какие-то тролли, орки. В общем, все под контролем. Еще хотелось бы, конечно, вот это вот, ребята. Замерзшую землю прокачать и вечная зима. Наверное, вечную зиму лучше прокачать. Вот в данный момент, чтобы у нее был этот ульта, взрывная волна, да, которая замораживает врагов поблизости. Вот так она действует. Видели? Сейчас только что бомбанула. Круто. Так, здесь что-то мне не нравится. Какое-то скопление недоброе врагов. Вот так заморозим их маленько. Здесь, кстати, тоже можно прокачать вот этих вот, ребята, взрывных саженцев по полной программе. Вот так вот. Так, тихо. Паучки просто только успевают вылезти, как их сразу же бомбят. Только, как говорится, показали нос свой, да? Ну что, следующая волна, ребят, 13-я. Не сдаемся, не пасуем. Все у нас должно быть под контролем. А здесь у нас каждые 9 секунд древний бросает магический камень, который усиливает эффект отравления. Эффект отравления. Но мне почему-то хочется вот этого прокачать, на самом деле. Ударяет о землю, нанося ближайшим противникам 240 единиц физического урона и уменьшает на короткое время силу их атаки. То есть он не замедляет, он силу атаки уменьшает им. Дудич. А вот это вот у нас обычная атака. Теперь скорость перемещения, передвижения врагов на 45%. Вот у нас отвечает, что за скорость движения, ребята. Так что давайте прокачаем. Ого. Что-то, по-моему, или мне кажется, не? Что-то их, по-моему, как-то больше стало. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Какие-то волны без перерыва просто идут, смотри. Слушай-ка, давай-ка мы прокачаем и это по полной программе, тогда уж все. Ребята, 13-я волна, сейчас будет, по ходу дела, 14-я, это предпоследняя. Готовимся. Можно было бы, наверное, даже вот сюда что-то влепить. А что влепить? Лучников каких-нибудь или мага? Мага. Абракадабра, да? Так, тут нам остается прокачать всего лишь один скилл. Да, третья фаза, да? Сейчас мы это сделаем. Ну давай, давай, давай. 192 монеты нужно. Там совсем чуть-чуть. Отличненько. Драгунов, я думаю, не будем трогать, ну, в плане прокачки. И так справляемся вроде бы. Так, тут отжигаем. Мага будем, наверное, делать зелота. Да, сделаем, по крайней мере, зелота. О, видели, как саженцы просто разбегаются, как эти, как камикадзе. В толпу врываются. Ой, тихо-тихо-тихо, я хотел зелота, вот. Давай зелота и выучим дракона. Посмотрим. Так, последняя, ребята, финальная волна, 15-я. Я думаю, что здесь будет ровно. Никаких боссов здесь не предвидится, не должно. Почему вы говорите, что зелот самый мощный маг? Я ничего не вижу. Мне кажется, по мне так лично вот этот вот маг, ледяная жрица, крутая. Ну, пироман тоже еще неплохо вжаривает. Но зелот со своим дракончиком, ну ладно, давай посмотрим. Например, дракончика я поставлю вот сюда. Давай посмотрим, насколько он хорошо будет жарить. Ну, дракон. Да как тебе сказать, не особо-то ее сильно жарит, если приглядеться.
Ну да ладно, прокачаем тогда по полной. Хорошо. Никому не даем шанса, ребят, просто пройти. Смотри, что мы тут вытворяем с вами. Ха. Прокачка. Тут не хватает немножечко, да? В принципе, можно уже... Слушай, я думаю, что это последние враги идут. И волна будет пройдена. Да, ребята, на 3 звездочки, как и полагается. 77 гемов я получаю. И нам открывается 22-я миссия. Плюс улучшение. Так, 6 очков у нас есть. Неплохо, да? А что у нас тут не прапано? Только лишь вот это. Вот даже. Герой получает 3 единицы к базовой атаке за каждый достигнутый уровень. Улучшили. То есть все. Получается, у нас вот это, ребята, улучшение по полной программе сделано. Больше ничего абсолютно нельзя сделать. Ясненько. Здесь у нас что? Разблокирует сейчас. Ну это... Я практически, ребята, магией не пользуюсь. А здесь, как всегда, не хватает, да? Как всегда не хватает у нас. Задание. Ну что, ревард? Да, ребята, забираем с вами ревард. Шикарно. Что, пойдем на 22-ю миссию или отдохнем? Ладно, пойдемте, ребята. 22-я миссия у нас в чаще леса. Чем дальше мы продвигались в лес, тем сильнее сгущалась тьма. Кажется, эти пауки превратили лес в свое королевство. Откуда они взялись? Сколько нам придется с ними сражаться? А мне кажется, кое-что стало ясно. Так ощущение, что здесь будет босс-паук. Угу. Две дорожки у нас здесь. Опять вот эти ребята логово. Нужно быть предельно аккуратным, поэтому поставим наших бойцов рядышком с этими паучьими гнездами. Джейв, давай вот здесь вот вставай. Так, что нам сделать? Здесь мы поставим, наверное, мага ледяного. Скорее всего, сюда будем ставить, конечно же, наших родных драгунов. Погоди-ка секунду. А вот здесь вот... А, нет, нормально, нормально. Я уже думал, что у нас либо с этой стороны будут драгуны, либо с этой. Вот здесь мы еще можем с вами поставить одну казармочку. Это как раз вот для вот этих драгунов. Отлично, все вроде бы под контролем. Тут будет маг. Вот сюда, наверное, мы поставим с вами голема. Да? Да, я думаю, сюда вот поставим голема. А дальше будет видно, что к чему и почему. Поехали. Ну, так, бегут засранцы, да, мелкие? Опять 15 волн. То есть меньше уже здесь нам не предвидится. Ну давай, Джефф, иди в разгул. Так, секундочку. Элвин, давай-ка сюда. Как она их шинкует, а? Просто как, не знаю кого. На винегрет. И побежала, и разогналась, родная моя, куда-то. Драгуны, вы чё? Эй! Так, Элвин, иди сюда. Зашибись, стоят. Да не... Арин, иди сюда, я все время, ребята, их путаю. Иди сюда, Элвин. Так, маг. Давай-ка мы тебя... Чуть-чуть не хватает. Абракадабра, это понятно все, абракадабра. Ты, главное, будь там на стреме. Эти паучки скоро тут пойдут у нас. Про них тоже не стоит забывать. Так, гигантские пошли пауки. Ну, ясно. Воу-воу-воу-воу, как она ускорилась-то. Не кисло. Так, а мы с вами мага. Мага льда. Ледяная жрица, ребята. Естественно, будем прокачивать замерзшую землю и вечную зиму. Ох, там Джефф у меня разошелся. Так, паучки проходят. Потихоньку проходят. Здесь надо будет влепить еще, ребята, одного голема. Потому что здесь какая-то точка нездоровая. Опа, опачки, опачки, опачки. Паучки видели, да, ребята? Вот так вот можно и продинамить их. Так что надо быть предельно аккуратным. Драгуны вряд ли бы справились бы здесь. Они бы не успели. О, смотри, смотри, что происходит. Фу, ну тут хорошо, тут Элвин, у нее массовая атака круговая, поэтому она справляется еще как-то с ними по-божески. Так, что у нас здесь, ребят? Прокачка, а здесь не хватает чуть-чуть. Опять эти паучки вылезли. Но здесь Джефф стоял, поэтому нам повезло.
Сколько там нужно? 290. Ох ты, а это... Ребята, это что за пауки? Это что за новый вид пауков? Фу, успели. А почему-то даже мне про них ничего не говорят, эй. Так, ну-ка срочно заморозку бросим. Что за новый вид пауков? Обычно же, когда новый враг, у нас он отмечается. А здесь почему-то не показывают нам. Интересно. Не нравится мне вот эта вся затея дурацкая. Так, голема срочно на прокачку. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Паучок прошел, ты прикинь? Ребята, один паучок пробежался. Офигеть. Драгуны, почему вы такие несообразительные? Раньше они как-то реагировали лучше. Сейчас вообще стоят и смотрят просто, знаешь, как эти... Тупят, одним словом. Ну? Так, ладно. Будут меня теперь эти паучки досаждать, я так понимаю, да? О! Так, и выставляем, наверное, вот сюда маленького големчика. Пускай будет он здесь стоять. Классно бомбит моя ледяная жрица. Мне нравится. Надо будет ее еще докачать. Но вот тут голема тоже нужно будет, ребята, обязательно докачать. А вот здесь вот не знаю, что нам сделать против вот этих паучков. Можно, в принципе, влепить лучников. Точно. Почему бы и нет? Лучники здесь даже очень хорошо зайдут. Так, а вот каких будем с вами делать лучников, а? Кто мне скажет? Опять же светлых? Опять же, наверное, все-таки светлых придется сделать. Классно бомбит. Так, пока все под контролем, ребят. Я пока на расслабоне. Вот единственное, что Джеффа, когда убирают отсюда, это опасно, потому что здесь пауки могут вылезти. И вот! Вот об этом я вам и говорил. Так, надо тогда сделать нам метеоритный дождь на всякий случай, для подстраховки. Ну, давай следующую волну. И будем с вами прокачивать. Потом, естественно, големчика надо будет еще, ребят, прокачать, чтобы он здесь стоял, на всякий случай. Чисто для подстраховки, опять же, объясняю. И этого голема, да, у нас тут очень много чего нужно проапывать. Но на все, как говорится, не хватает ресурсов, опять же. 306, големчика вызывай. Вот, будет вот здесь стоять. И это уже хорошо. Опа! Эловин, ты где? Твою же дивизию. Чуть было паучок не пробежал опять, а? Бегает он там, развлекается мне. Стой здесь, никуда не бегай. Отлично. Голем помог. Так, тут у нас заморозка. Давай, наверное. Во! Классно. Вот это вот надо прокачивать, ребята. Вечную зиму обязательно нужно прокачивать. Очень хороший такой имбовый удар массового поражения. Так, вызываем следующую волну. Ну, Джефф. Так, пока все под контролем. 170. И какого будем, ребята, здесь делать голема? Я думаю, что, наверное, замедляющего, который замедляет движение врага. Да, скорее всего, так и сделаем. Блин, вот это вот мне не нравится точка. Тут еще как-то по-божески, но вот здесь вот. Оу-оу-оу-оу-оу. Вражина идет. Не то, что идет, а прям бежит. Ну. Давай, родная моя, бомби. Отлично. Пошла, как говорится, в разнос, барышня. Так, лучники у нас тут еще, да, которых мы сделаем, наверное. А давай-ка лучше вот этих вот. Они же усиляют башни, насколько я помню, да? Или нет? Увеличивает на 10% дальность атаки и на 20% ближайших башен, да. Теперь магичка будет еще лучше бомбить. Прокачаем, наверное, да, по полной программе. Вот так вот. Хе-хей. Прикинь, сейчас будут жарить у меня. Круто. Причем, смотри, радиус захвата нехилый, да? Обалдеть. Да. Оно того стоило, на самом деле. Так, паучки тут горят, но почему-то пробегают. Джефф, не надо так шутить, пожалуйста. Стой на месте. Не бегай, не суетись. Потому что вражина здесь не шутит, на самом деле.
Вечную зиму прокачаем по полной программе, да? Шикарно. Так, и надо браться уже вот за этого голема, а то он тут как неприкаянно у нас стоит, на самом деле. Фу, я же думал, сейчас пробегут. Нет, все под контролем пока. Этот големчик у нас, ребята, будет замедляющий. Вот он. Так, ну нужно ему прокачать еще скиллы. Сейчас мы это сделаем с вами, не волнуйтесь. Так, этот у нас идет вот это на замедление, да? Давай быстрее врагов. Этот на замедление, а это у нас на... А, уменьшает силу атаки врага. Ну, бомби, родной мой. Что-то их, по-моему, все больше и больше становится, да? Ну да, что-то такое впечатление складывается. Так, здесь бы тоже не помешало бы нам прокачаться. Ох ты! Тихо-тихо-тихо, не надо. Блин, мы не успеваем, по-моему, с вами справляться. Со всех сторон прут, еще сейчас отсюда попрут. Срочная прокачка нужна. Здесь голема. А он все равно, ребята, вызывает двух. Что нам дает тогда следующая прокачка? Я не могу понять. В течение 3 секунд. Эффект горения. Не знаю, что нам это дает. Но будем прокачивать в любом случае. Так. Это, ребят, 9-я волна. Еще 6 впереди. Ну, такими темпами, я думаю, все будет под контролем. Кстати, надо вот это вот. Каждый выстрел лучника получает 20% шанс усыпить врага. То есть он спит, и его они просто расстреливают в тихомолочку. Давай-ка ускоримся маленько, да, наверное? Потому что все пока идет все под контролем у нас. Я буду проапывать сейчас свои башни в этот момент по полной программе. Так, этого тоже надо будет проапать. Никаких шансов нету просто у врага. Мы тут с вами хорошо так забаррикадировались. Давай вот так вот, замерзшую землю. Прапаем по полной программе. Ну, давай, 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 давай. Тихо, 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 что-то тут у нас скопление какое-то идет. Джефф. Вот так, молодец, Малорик. Блин, ну вот это, конечно, жрица тут отжигает. Просто с одного удара все, кто находится вокруг нее, с одного удара сносит. Так, а здесь... Докачали мы с вами, нет? Нет, не докачали. Еще немножко остается. Так, паучки даже пикнуть не успевают. Нормуль. Так, 330. Во, прокачали. Можно сразу следующую волну вызывать. Прикинь, вот прям с... Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Это было большое упущение с вашей стороны. Сейчас могли бы немножко сфейлиться. Совсем чуточку. Так, 281 монетку нужно для того, чтобы прокачать. Древний ударяет по земле, нанося ближайшим противникам 180 единиц урона физического. Давай. О, Неловин там наяривает. По красоте, просто в одно лицо бомбит всех. Если не считать, что ее могут там оглушить, она просто имба. Вообще круто. Рубит как винегрет. Так, ну что у нас? Прокачка. Прокачка, ребят, конечно же, прокачка. И 11-я волна. А почему Эрин так ускоряется, обалденно? Просто как с пулемета. Тин-тин-тин-тин бомбит. Я что там, прокачал какой-то скилл? Куда ты пошла? Ты иди туда, вставай. Куда ты, радость моя, прибежала? Иди вставай туда, обратно. Пошла она такая, довольная. Здесь прокачано все по полной программе. Здесь тоже по полной программе все. Эй! Какого лешего, ребят, ты понял? Мы еще одного паучка пропустили. Вот так вот, а почему? Потому что Эловин где-то находится не на своем месте. Да вы что, издеваетесь, что ли, надо мной? Я не понял я. Что, расхандрились? Драгуны. Пока не могу их прокачивать, ребят. 281 монетку нужно. Давай следующую волну сразу призывать. Ага, на варгах. Тыдыч. Бомбит. Так, 281 монетку нужно. Ну, сейчас, я думаю, быстренько мы с вами наберем это количество, да?
Ну давай, давай, давай. Все. И остается у нас только лишь прокачать драгунов. Получается так. Давай, ребята, начнем прокачивать драгунов. По полной программе, как говорится, да? Поехали. Слушай, ну как-то легко все идет. На самом деле, можно даже ускориться. А я пока прапываю своих драгунчиков. Наверное, следующая миссия будет с боссом. Хотя мне кто-то говорил, что каждые 5 миссий босс. По-моему, так. Следующую вызываем. Без промедления. Просто... просто мясорубка. Этот спит паук там. Эти, в кого не бомбанут, те спят сразу же, моментально. Отключаются. Так, еще одну прокачку сделаем. И башня драгунов по фулке. Фух, успели. Вот так вот. Подожди, ребят, что-то как... что-то все под контролем выходит у нас. Когда вот играешь на ускорении, посмотри. Намного сложнее все, да, контролировать. Так, давай-ка этих драгунов прокачаем с вами. И все, у нас будет полностью прокачаны все базы. Все башни. Так. А там уже, как говорится, и апать больше ничего не стоит, потому что там будет последняя, ребят, волна. Мы ее просто-напросто переживем, и все у нас будет под контролем. Так. Элвин, ты далеко не отходи, потому что здесь вот они... не прошли, да, по-моему? Так, ребятушки, извините, меня немножечко здесь отвлекли. Финальная волна. На ускорение... я думаю, что на ускорении мы ее пройдем. Тут ничего особенного опасного нету. Боссов мы не видим, так что все под контролем. Так, бомбим. Я больше, ребят, боюсь за пропущенных пауков на самом деле, чем за вот этих вот вражин. Ну и тут много на самом деле. Слушай, мы даже можем, знаешь, что с вами сделать? Просто, ну, для понта вырастить еще одного голема. И это будет у нас... хотел только сделать природного хранителя, не успел. Ну что, Monster Slayer, мы с вами достигли какого-то достижения. И это хорошо, ребята, я думаю, что... нет, даже на 23-й миссии не будет босса. Но тем не менее. Ну что, дорогие друзья, я думаю, на сегодня хватит. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии и продолжим играть в Empire Warriors. Ну а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.